Всем привет, ребята, это я, Никита. С вами снова я, Вастатозавр Рекс, да? Кстати, зацените мою новую футболку, да. Вот вы можете здесь прочитать. Короче, как обычно, дверь была открыта. Я не знаю, что за херня. Я, как всегда, уже пробираюсь в дом. Вот такая вот футболка. У меня здесь написано про зомби. Вот зомби у меня здесь написано. Давайте войдем. Я не знаю, это очередная старушка. Мой маленький мышонок мой маленький, не бойся темноты, сразу не бойся. Ой, мышонок мой. Сразу видно немножко ку-ку. Ой, что-то как-то... Ты слышал какой-то звук, входная дверь? Пойдем-ка посмотрим, не пришел ли к нам кто-нибудь. Черт. И, ребят, кстати, заметьте мою футболку. Надеюсь, вы так увидите. Дверь заметьте. Была не закрытая. Черт. Была дверь не закрытая. Ой. Так. Сразу видно, женщина немного... Ну, отдыхай. Сразу видно, она то ли дальтоник, то ли она... Отдыхай. Плохо, но хорошо немножко видит. Чего? Она на меня смотрит? Так, вот это плохо. А, зомби... Апокалипсис. Чего здесь? Incredible Video Games. Так, я это сейчас сфотографирую и в полицию отошлю. What the fuck? Ну, что-то непонятно. У меня такого начинка. Она меня фоткает, твою. Так, и эту фотографию надо сейчас сохранить и послать. For this zombie. Зомби! Твою мать! Зашел, называется! Я что-то не очень понимаю. What the fuck, ребята? А что это за тень была? Зомби апокалипсис. Я видела эту надпись. Палка какая-то у нее. Я хрен его знаю, ребята. Короче, давайте залезем под кровать. Пипец. Слишком грязно. Смотрите, где она стоит. Да. Ее прям не видно. Так, давайте ее как-нибудь. Фак. Да, блин. Не хочу руку сувать. А то как схватит. А вас типа не видно, женщина, вылезайте отсюда, не дури. Короче, ребят, я дверь-то не держу. Я дверь не держу, короче. И что делать? Блин, пипец. Твою мать.
Короче, ребят, я не знаю, что делать. Потому что все, как бы, ребят, посмотрите, я как бы дверь-то не держу нифига. Я не держу дверь, и она может сюда в любой момент зайти. Ну и чё, блин? Я здесь вечно, что ли, сидеть должен? Это ж пипец. Это пипец, ребят, я не знаю, что делать. Это пипец, реально. Так. Блин, я хотел посмотреть, что это за херня. Побежать туда.